Ребята, привет! Показываю, что будет сегодня в видео. Во-первых, обсудим последние новости по Финико. Ответим, постараемся ответить на вопрос, что вообще делать, как дальше быть. Есть ли все-таки шанс как-то вытянуть оттуда деньги и вообще, ну, какие-то сделаем выводы. Дальше по Френдексу. Френдекс проект мне тоже прислали. Там начали задавать вопросы мои подписчики. Как вообще быть, что происходит. Они там, у них тоже, я так понимаю, проблема с тем, как вытащить деньги. И будем сегодня рассматривать, я просто поуздавал у своих знакомых, которые заходили в этот проект, они скинули мне информацию последнюю, что будем сегодня разбираться, как вообще там тоже ситуация. Смотрите, ребята, по Финико, опять же, я, не знаю, к счастью или к сожалению, большинство моих подписчиков, особенно старые ребята, которых я давно знаю, уже несколько лет подписаны на мой канал, я опять же скажу, я не заходил ни в Финико, ни в Френдекс, но почему-то мои подписчики, и опять же, я предупреждал ребят, ну ладно, об этом не будем в этом видео, чтобы не затягивать, но некоторые зашли все-таки, и теперь надо все-таки помочь ребятам разобраться, да я и сам хочу тоже разобраться в данном, вообще почему люди заходят в такие проекты, как Финико, например, и мало того, что мне скинули там этот опрос, я удивился, что очень много людей начали брать кредиты. То есть, ребята, я всегда, насколько, ну, насколько я себя помню, насколько я помню первых своих видео даже про инвестиции, когда я рассказывал про разнообразные проекты и про инвестиции, я всегда начинал с того, что первое правило инвестиций, ребята, любые инвестиции – это работа с рисками. Инвестиции, первое правило инвестиций – это никогда не заходи на те деньги, не инвестируй те деньги, которые боишься потерять. Тем более, никаких кредитных, никаких там заемных, не дай бог там ты что-то продал, не дай бог тебе что-то показалось, что это будет вечная тема, что ты будешь зарабатывать тут огромные деньги, ты пошел и продал или там взял деньги, например, в кредиты. Ребята, это правило номер один. Никогда не заходить на кредитные, заемные, на те деньги, которые вы боитесь потерять. Это первое. Смотрите, по новостям, опять же, это такое маленькое отступление, ребята, не знаю, поможет. Но я надеюсь, тем ребятам, которые только заходят в мир инвестиций, там, ребята, которые еще не слышали это правило, я думаю, вам это поможет. Ребята, запомните, это основное. Теперь смотрите, по последним новостям, я так понимаю, Кирилл Доронин, его забрали, он сейчас в следственном изоляторе, или, по-моему, там уже даже в суде он выступал. Смотрите, здесь сразу два мнения. Во-первых, ребята, те, кто может обладать какой-то информацией, скажите, как вы думаете, вообще, вот мне пишут, одни пишут, что Кирилл Доронин это создатель данного проекта, а другие считают, что он такой, ну, как бы админ, такой лидер, который заводил людей там, и он, его просто подставили, сейчас он как бы такой будет, отсидит за тех людей, которые там всегда находятся на заднем плане и которые создают эти, по сути, пирамиды, эти проекты, которые там, ну, люди просто даже, я в шоке, я посмотрел статистику, там, по-моему, от 40 до 60% люди брали кредиты и занимали деньги, заходили. Что им рассказывали там, я не знаю. Вот Кирилла Доронина задержали, там все такое. Ну, смотрите, ребята, опять же, мы все взрослые люди, мое мнение, смотрите, это может быть спектакль, это может быть многоходовочка такая, потому что все знают, что у Кирилла Доронина уже был проект, которым, да, он тоже соскамился, потом Финико, и люди нормально заходили к тому же админу, у которого тоже там уже были такие скамные проекты, так сказать, и сейчас вроде бы даже была информация, что он запускает там Финико 2 или как-то там название другое. И смотрите, ребята, 10 раз подумайте, это мой вам совет. Если вас будут звать какой-нибудь сейчас новый Финико 2 и обещать, смотрите, чем вас могут зацепить тех людей, которые уже потеряли как бы Финико. Если вдруг будет продолжение этого сериала для Буратино, таких, ну вот реально, как бы, кто смотрел советский фильм Буратино, тот поймет, что именно все методы берутся оттуда. Кто не смотрел, ребята, советую посмотреть, очень познавательный такой, даже не мультфильм, а фильм. Смотрите, если вас сейчас начнут звать в новый проект, обещая, что вам выплатят деньги, которые вы потеряли в Финико, то очень большая вероятность, вы понимаете чего, да? То есть, смотрите, ребята, они хорошие нейромаркетологи, они хорошие, ну, создатели таких вот именно проектов, которые пирамидами называются.
У них нету никакого, опять же, вы сами понимаете, у них сплошные легенды. Они обещают вам именно то, что они возьмут и закроют ваши основные боли. Для большинства населения нашей страны, естественно, кредиты – это большая боль. И они просто на этом сыграли. Не дайте себя обмануть еще один раз. Я понимаю, что надежда – это самая сладкая такая конфета. Но, ребята, вы сами понимаете, ничего вы не получите, это уже третий будет проект, если это будет. И поэтому сейчас даже это задержание Кирилла Доронина, это можно рассматривать, может быть, даже как пиар-ход. Потому что вы сами понимаете, если там по разным подсчетам, там очень много они заработали. И, естественно, в нашей стране, и не только в нашей стране, есть такие прецеденты, что можно повлиять, да, на определенное, так, имея определенное количество денег. Поэтому, если его выпустят через время, то, как бы, вы сами понимаете, да, что это такой сериал, который в очередной раз разыгрывается. Поэтому, ребята, 10 раз подумайте. Это, естественно, мое мнение, мое такое оценочное мнение. Исходя из того, что я 10 лет уже зарабатываю в интернете, я повидал много проектов, именно повидал много сценариев, по которым создаются эти проекты, и потом предскамы, потом добор денег, потом перезапуск проектов. Это все я проходил сам, и мало того, что сам тоже, да, терял деньги, поэтому я сейчас уже эти 9 месяцев там никакие проекты не захожу, кроме Артери, потому что я его долго изучал, и там есть реальные продукты, которые там, и обучение. И там самое главное, не нужно каких-то там продавать почки, можно начинать зарабатывать там, заходя с 2000 рублей. Это любому человеку доступно, поэтому как бы это такой народный проект, поэтому я в нем и развиваюсь. Я отошел от этих проектов, где чистые инвестиции, где людей просто выжимают по полной деньги, которые там, ну, люди реально, они, видя надежду красиво преподнесенную им, они начинают залазить в долги, берут кредиты, тем более кредиты сейчас брать элементарно. Можно там даже никуда не ходить на карточке, там, завел карточку онлайн и взял себе, получил этот кредит за пару минут там. Поэтому, ребята, давайте так, по Финико мы, естественно, поговорили. Смотрите, по Френдексу, что мне скинули. Так, сейчас будем по Френдексу. Там ситуация тоже не очень красивая. Смотрите, ребята, то, что вот скинули. Я не уверен, конечно, что это на 100%, там, ну, все равно будем исходить из того, что мы имеем, да, данную информацию. То есть в лидерском чате Френдекс, лидеры задают вопросы, и они, то есть, им уже надоедает ждать там около 2 недель, они, получается, ждут подтверждения КИС, это или КУС, как это называется правильно, идентификация, где, то есть, надо какие-то документы подгрузить, вы знаете, да, ну, то есть, до этого не было, выплачивали нормально, потом вы сами понимаете, если вводятся какие-то ограничения, какие-то дополнительные, и то уже вы сами понимаете, что проект явно какие-то проблемы с выплатами. Здесь уже там поступила информация, что до 25-го, по-моему, уже не выплачивают. Выплачивают какие-то там мелкие выплаты, там до 200 долларов, кто-то говорит до 1000 долларов. Ребята, если есть возможность, выводите эти деньги. Потому что, опять же, из моего опыта, я не какой-то там Ванга, не какой-то там прорицатель, но все-таки 10 лет заработка в интернете, если такие звоночки, это уже большая вероятность того, что проектов проблемы с выплатами. Поэтому есть ну, есть возможность, выводите деньги. Нет возможности, ну, уже смотрите наблюдайте за данным проектом, ищите нормальную возможность зарабатывать. Опять же, получили вы хороший опыт, поэтому я думаю, в дальнейшем вы будете уже просто смотреть и изучать хорошо проекты. Опять же, проекты, что всегда я учу своих подписчиков, исходя из моего опыта. В проектах должны быть какие-нибудь трендовые продукты, обязательно продукты, обещание то, что они торгуют на рынках и играют там на каких-то там, ну, или роботы у них торгуют, или люди там супертрейдеры. Никакого не бывает ни одного трейдера, вы сами знаете, кто торговал на биржах, который стабильно показывает высокие результаты. Если бы такие были, вы сами знаете, да, сейчас ли элементарно занять деньги, взять кредит, опять же, да, как большинство сделали там Финико, и зарабатывать, сидеть себе молча, не привлекать деньги других вкладчиков. Поэтому сами задумайтесь. Опять же, ребята, по проекту Артери, те, кто пострадал, например, там Финико, там во Френдексе, сейчас мы хотим сделать такую программу, запустить обучающую для людей, которые именно пострадали в таких проектах, ну, которые там потеряли много денег, которые реально все-таки обожглись, получили обратную связь и хотят нормально изучать
заработок в интернете более безопасный. Ребята, сразу скажу, не бывает 100% безрисковых проектов. Любая инвестиция – это риск. Чтобы вы понимали, вообще жизнь – это работа с рисками. Да? Вы можете выйти на улицу и что-то произойти. Это риски. Не бывает 100% гарантии ничем. Но есть проекты, в которых можно зарабатывать с минимальными вложениями, изучая, строя команды, обучаясь именно эффективной коммуникации, чему мы учим в нашей команде. И у нас куча кейсов, где люди заходили на 2000 рублей, то есть активировали тариф 25 долларов, да, и зарабатывают сейчас уже не на следующий месяц, не через 2 месяца, но там через несколько месяцев люди выходили на заработок не десяток тысяч рублей, а сотни тысяч рублей. Я думаю, это хорошие, достойные результаты. Естественно, не будет легко, не будет просто, но я думаю, цель достойная, поэтому те, кто серьезно хотят начать зарабатывать не на каких-то там проектах, которые, ну, пирамидальные, которые будут там опять сейчас перезапускаться новые, опять может там сериал продолжится, Финико 3, Финико 4, там, те люди, которые созрели и получали уже опыт, и хотят зарабатывать именно в стабильных проектах со своим блокчейном, как проект Artery. Пишите, все контакты будут под видео, обращайтесь, заходите в нашу команду. И сегодня давайте еще сделаем такой мини-конкурс, для того, чтобы было веселее и интереснее вам смотреть. Ребятки, разыграем, например, там 15 монет, по 5 монет Артери каждому комментатору, который напишет оригинальный комментарий, и в которых будут там, например, 3 комментария, которые будут интересны, и которых будет максимальное количество там лайков. Опять же, ребята, разыграем по 5 монет, это сейчас где-то там 600 рублей. Это, в принципе, я думаю, так будет вам интереснее смотреть. Поэтому, ребятки, кто хочет участвовать в данном конкурсе, опять же, интересно ваше мнение, выскажите свое мнение по данным проектам, по той информации, которая есть в видео, и мы разыграем еще для интереса, для фана, так сказать, вам по 5 монеток. Выберем 3 победителей. Поэтому, ребятки, очень рад был вас видеть. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение и давайте будем обучаться инвестированию и зарабатыванию безопасному, нетоксичному, да, умному заработку в интернете. Все, ребятки, рад был вас видеть. До новых встреч.